Всем привет! Нежданно-негаданно мне пришло еще две посылки с Алиэкспресс, поэтому давайте с вами их сейчас посмотрим. Кстати, еще купила, смотрите, две ручки себе. Заходила в магазин канцелярии. Это тот, кстати, который я скинула, что уже Новый год начался в магазинах. Там елки попривозили. Надо будет как-то зайти туда поподробнее снять. У меня уже такая есть, но мне не очень нравится. И пишут классно. Не текут. Ладно, давайте к нашим посылкам. Что, она такая грязная? Не знаю, видно ли мне, нет. Я знаю, что тут. Я уверена, что это оно. Ну, давайте посмотрим. Так. Да. Пришел мой шарф. Так. Пробуем какой-то странный. Все достанем. Так. Пенал и расчетка. Расчетка, кстати, довольно-таки классная. Так, пенал огромный, у меня порвался. Так, и давайте начнем с шарфа. Я не помню, сколько он стоит, сейчас посмотрю. Итак, я глянула, вот здесь будет фоточка. Шарф стоит $3.59. Ну, в принципе, это нормально, это еще по акции. Ничего не написано, ни из чего состоит, лакшери только, и все. Ладно, так, давайте посмотрим, вот, смотрите, какой он, кстати, очень мягкий, с какой-то эмблемкой, такой приятный, необработанные края, ну ладно, это не страшно, так, ну, нормальный. Буду с новым шарфом. У меня как раз есть коричневая сумка. Пойдет вообще то, что надо. Так вот, я не сильно люблю эти висюльки, но что-то мне сподобалось. Наверное. Так, останемся в шарфе. Я, кстати, сегодня открыла окно на весь день, поэтому в комнате так прохладненько. И продолжим с пенала. Пенал тоже везде попадался мне постоянно. У меня как раз порвался мой, и я себе взяла. Смотрите, какой. С антистрессом. С кошкой антистрессом. Он такой, как сумка прям. Ё-моё, вот эта кошка. Блин, класс. Так мнется. Хочется мять, мять, мять. Реально такое, как сумка. Для девчонок будет нормально. Больше, чем моя рука. Вот. И еще как три... Не, как 2,5 руки он. Так. На липучках, правда. Липучки что-то не сильно подклеены. Наверное, так надо. Блин, я думала, он маленький. Вот он такой тройной. Как целая сумка, слушайте. Так, и на застежках. Ё-моё, это мне все туда можно будет поскладывать. Наверное, я все-таки буду заказывать себе другой пенал, а это для лекарств будет. Хотя тут, наверное, не много места. Да. Такой. Будет для лекарств аптечка на работу. Капец. Или для косметики. Это больше на косметичку похоже. Не, ну, кстати, очень красиво выглядит. Очень няшно, очень мило. И эта кошечка. Так, и расческа. Расческу я заказала маме, потому что у меня наподобие такой есть. Но я чувствую, что я хочу такую же. Расческа стоит... Это, кстати, $2.60. А это $1.79. Я себе тоже закажу такую расческу. Смотрите, какая прикольная. Это для мокрых волос, если я не ошибаюсь, так говорят. Ну, классненькая. Так, нигде не поцарапанная.
Вроде нет. Чешет хорошо. Правда, у меня волосы электризуются. Я их сегодня от шарфа чуть-чуть подкручивала. Уже все распалось, как обычно. Ну, в общем, расческа супер для своих денег. Здесь, не знаю, есть за $1.79 расчески подобные или нет. Сейчас покажу поближе. Так, вот расчесочка. В принципе, простенькая, но в одно и то же время она очень удобная. И вот этот, типа, пенал. Ну, как по мне, это сумка. Я думала, что оно будет открываться на застежках. Так, давайте одну раскроем. Ну, огромный. Достаточно. И шарф, смотрите. Шарф, кстати, вот я сижу, он прям греет, уже очень теплый. К сожалению, не знаю, с какого материала он сделан. Я только что, когда выключалась, переключала новое видео, то я заглянула на Алик, но в описании ничего не было. И давайте еще одна посылка, но там, походу, тоже я знаю, что там трусишки. Так. Я поставлю здесь вот ценник. Ну, что такое? Боюсь уж, чтобы не порвать ничего. Да, это трусишки. И еще какая-то посылка внутри. Так, вот трусишки. Что еще? И походу купальник пришел так быстро. Сегодня прям какая-то распаковка вещей. Трусишки хлопок. Так, и их тут было 3 в комплекте. Вот. Я одни какие-то открою. Розовенькие, белые и черные. Давайте розовенькие. Они такие классные, мне не понравились еще по отзывам. Смотрите, какие классные. У меня такие лосины есть в рубчик. И очень прикольная форма. Такие они как чаечки. Сейчас. Кстати, вроде пишут, что их нужно стирать вручную. Вот такие они. Заказала их немножко на пробу, потому что бывает попадается качество Г. Ну, теперь закажу еще больше, потому что мне понравились. И давайте, это походу купальник. Прямо у нас такой разгон с вами от шарфа до купальника. Я же заказала один такой же, как вот розовый. Я оставлю внизу ссылочку на видео. Там очень классный купальник. Он очень яркий, простой, но классный. Это почему-то вот, то я, наверное, сточила уже. Да, это купальник. Такой, как розовый, только ярко-синий. Вот он. Супер. Все, я обеспечена на следующий год купальниками. Опача. Так. Блин, он такой яркий. Просто капец. Но я думала, что он двухсторонний, он односторонний. Ну, вот, вот такой у меня есть. И теперь будет синий. Вот. Такой вот. Класс. Примеры. Так. Не готова на камеру одевать купальник, может летом приведем себя в порядок. Ну, блин, это все портит. Так, мои жиры, мое богатство, как говорится. Ну, короче, он классный.
сейчас покажу поближе. Качество, качество, качество. Так. Если честно, я даже не ожидала, что он так быстро придет. Ну, то есть буквально я недавно распаковала розовый, заказала себе синий. И, по-моему, цена 250 гривен или 300, что-то такое. Где у нас купишь купальник такой? Ну, качество супер. Хоть бери и начинай заказывать и заниматься этими купальниками, что ли. Класс. И с размерами все в порядке. Я даже меньше взяла, чем у меня. И он мне прям идеально подошел. Все, вот такая у нас была с вами мини-распаковочка. Всем хорошего настроения, хорошего вечера. До новых видео. Пока-пока.